Чем вы женщину обидели? Джон такая обидчивая. Классно. Зачем вы это делаете? Вопрос. Не знаю. То есть я буду делать вид до последнего, что так и было задумано, понимаете? Теперь вместо того, чтобы попросить прощения, что было бы разумно, я занимаю такую позицию, что сильно тут все обидчивые такие. Невозможно жить, уже прямо слова не скажи. Я уверен, что это поспособствует улучшению отношений, правда? То есть женщина подумает, точно, да? Поэтому попросить прощения – это великий талант. Да. Я знаю, как в России мужчины просят прощения, всем рассказывают, потому что многие женщины не знают, оказывается, как на русском языке звучит «прости меня, пожалуйста». Мужчина вас обидел, он подходит сзади, сейчас вот внимательно, чтобы вы на будущее знали, что сейчас у вас просит прощения. Он неравнодушен, он вас любит и сожалеет о содеянном. Прощение звучит следующим образом, внимательно. Ну, что ты дуешься? Так мы и раскаемся. Ну, или разные вариации могут быть.